Здравствуйте, вы смотрите программу «Формула здоровья». С вами Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях заведующая инфекционным отделением Одинцовской центральной районной больницы Светлана Ильинична Киян. Здравствуйте, Светлана Ильинична. Здравствуйте, Мария. Май-июнь – время активности клещей. Светлана Ильинична, чем опасны укусы клещей? Действительно, май-июнь приходится, это те два месяца, когда идет массивный рост этих клещей, массивное развитие и их выраженная активность. Потому что клещи после зимы, они как бы голодные, это клещи относятся к группе животных, классу животных. Они питаются кровью теплокровных животных и людей. Укусы чем опасны? Тем, что за зиму клещи накопили в себе в своем брюшке большое количество яда. И они впрыскивают этот яд в кровь животных и людей. Какие болезни переносят клещи? Ну, мы знаем о трех страшных таких болезней. Это как клещевой энцефалит, монецитарный эрлихиоз и болезнь Лайма, боррелиоз, по-другому называем. Почему самым опасным является укус энцефалитного клеща? Ну, потому что энцефалитный клещ, когда поражает человека, когда впрыскивает свой... Здесь уже у нас идет вирус, не бактерии, а именно вирус, который поражает нервную систему, поражает головной мозг. Заболевание очень грозное, серьезное, и если не обратиться на ранних этапах, то он может привести к летальности, то есть к смертельному исходу. Если человека укусил клещ, он сам его убрал с себя, вот что он должен делать дальше? И правильно ли это? Ну, не все люди умеют правильно убирать клеща с своей кожи или с кожи родственников или детей, или знакомых. Почему? Потому что клещ впивается хоботком и брюшком. И именно в брюшке находится этот яд. А как правило, когда люди, не зная, как правильно убирать этого клеща, они нажимают на это брюшко. И вот этот яд, он может попасть на кожу человека, который его снимает. И тем самым инфицировать его. Поэтому, когда укусил клещ, необходимо лучше обратиться к специалисту, это ехать в специальные травмпункты, или обратиться к врачу, который смог бы убрать этого клеща, снять правильно с кожи. И тем самым, если вы сняли сами этого клеща с кожи, обработайте руки, потому что вы можете им инфицироваться. И самое главное, не торопитесь убирать, выкидывать этого клеща. Этого клеща нужно положить в стеклянную баночку и отвезти либо к нам в инфекционное отделение, либо где-нибудь поблизости в лабораторию, где вы находитесь рядом с вашим отдыхом, для того, чтобы исследовать этого клеща на различные заболевания. Мы все прекрасно понимаем, что когда идем гулять в лес или выезжаем на пикники, ну, укусил и укусил. Да? То есть многие относятся к клещам как к насекомым. Ну, что-то там заползло, что-то где-то укусило, мы его сняли, забыли об этом. И, собственно, возвращаемся домой и продолжаем жить той жизнью, какой жили. Вот, Светлана Ильинична, чем может обернуться для пациента такая халатность? Если он абсолютно после укуса клеща никому не обращался за помощью, а дальше продолжает спокойно жить. Ну, инкубационный период для развития заболеваний от 3 до 30 дней. Я говорю, в частности, о боррелиозе. Боррелиоз – это скрытое такое, скажем, заболевание. Оно проявляется, проходит в три этапа. Первый этап, мы сейчас чаще всего мы его видим, это поражение кожи, когда возникает на месте укуса кольцевидная эритема. Мы так ее называем – кольцевидная эритема, которая в центре идет укус, а по краям – как бы вот в виде кольца такое покраснение. У человека поднимается температура, и человек тогда обращается к специалистам. Но бывает так, что укусил клещ, сняли его, и человек не отдал этого клеща на исследование, у него выбросил, или не обратился к специалистам, и проходит время, проходит 30 дней, проходит полгода. И вот после этого человек может увидеть что, и почувствовать, что у него началось серьезное заболевание. Я в частности говорю об боррелиозе, которая проходит три этапа. Первый этап – это вот кольцевидные эритемы, поражение кожи. Второй – это поражение суставов, серьезное поражение суставов. И третий этап – это уже переходящие в хроническую форму, где поражается сердечная деятельность, там нарушение сердечной активности. Там поражается весь суставной аппарат,
мышечные боли. Помимо этого еще поражается нервная система. Возникают параличи, лицевого нерва, зрительного нерва. И доходит до того, что люди получают инвалидность, либо доходит до летального исхода. Или взять энцефалитный клещ, да, который укусил человека и вызвал энцефалит. Поначалу заболевание происходит как ОРВИ, по типу течения гриппа. Это температура высокая, небольшая тошнота, боли в мышцах, но через несколько дней возникает сильная головная боль, которая может привести затем к судорогам и параличам. И если человек не обращается на ранних этапах, как я уже говорила, то может возникнуть серьезное заболевание, клещевой энцефалит, с поражением головного мозга, всей нервной системы, и может привести к летальности. Ну а еще третьим заболеванием, про которое я говорила, мы его встречаем редко, очень редко, это монстарный эрлихиоз, который может привести к нарушению дыхательной функции, то есть дыхательная недостаточность, и почечная недостаточность. То есть это три серьезных заболевания, про которые люди, в общем-то, должны думать и задумываться, и не просто так вас укусили клещи, которые вы просто взяли и выбросили. То есть все-таки клеща убираем в стеклянную банку и незамедлительно обращаемся за помощью к врачам. Да. То есть либо в травмпункт, либо... А можно напрямую сразу приехать в инфекционное отделение? Если вы сами сняли удачно клеща, положили его в стеклянную банку, вы можете сразу приехать в инфекционное отделение и сдать этого клеща, потому что именно к нам в инфекционное отделение стекаются все клещи с травмпункта, с поликлиник. Мы являемся как бы основной точкой отправления этих клещей и плюс других анализов в лабораторию, с которой мы работаем. Светлана Ильинична, какие существуют меры профилактики против укусов клеща? Существуют у нас эндемичные районы. Ну, я не говорю уже о Сибири, Урале, да, где клещевой энцефалит, там это как, я не знаю, постоянные жители. Вот. Но у нас в Московской области тоже два есть эндемичных района. Это Дмитровский район и Талдымский район, где действительно находят очаги этого энцефалитного клеща. Вот. И, конечно, когда люди едут, уже заведомо зная, что люди, я считаю, что должны знать, все-таки сейчас массовая информация очень хорошо работает, СМИ, они должны знать, что в этом районе, допустим, есть энцефалитные клещи, и если люди хотят пойти в лес или там на рыбалку, половить рыбу, они должны знать, то есть они должны заведомо сделать себе вакцинацию. Вакцинация делается в два этапа. Взрослым делают, каждый повторяет каждые 3 года, а детям каждые 5 лет. Если люди едут отдыхать, скажем так, в Одинцовский район, где у нас не обнаружены были, да, энцефалитные клещи уже много-много-много лет, и по данным Роспотребнадзора, что энцефалитного клеща у нас здесь нет, вот, то профилактика должна быть, скажем так, заходя в лес и вместе с родственниками, там, знакомыми детьми, должны быть прикрыты все участки тела. Это должна быть косынка, это должна быть шляпа, которая закрывает полностью лоб и все открытые участки тела. Это должны быть длинные рукава, носки заправлены в сапоги, в общем, брюки заправлены в сапоги. То есть должны быть полностью закрыты все участки тела. И одежда желательно должна быть белого цвета, чтобы когда выйдет с леса, можно было бы сразу увидеть этого клеща на белой одежде. Совсем недавно средства массовой информации было... размещена статья, где рассказывалось о том, что в Крылатском был обнаружен энцефалитный клещ. Есть ли угроза и опасность для нашего района? Вы знаете... В общем-то, Крылатское находится не так далеко. Вы знаете, энцефалитный клещ был обнаружен еще в Крылатском в 2016 году. В 2017 году был обнаружен клещ энцефалитный в Кунцевском лесопарке. Но тогда решили, что этот клещ был... скажем так, не в очаге, то есть не было там этого клеща в этих районах, а просто люди были укушены где-то в других районах. Но в этом году все-таки действительно обнаружили этот очаг именно в Крылатском лесопарке. Вот его хорошо обработали и, в общем-то, считают, что этого клеща принесли, так как он является теплокровным, да, питается теплокровными животными, значит, его принесли либо мышки полевые, либо птицы. Вот, поэтому
вероятность того, что будет ли у нас клещ, мы, конечно, всегда настороже находимся, потому что много инфекций появилось, тех, которых уже давно-давно не было, да, и поэтому мы, скажем так, вооружены этим, тем, что Вы готовы к приему таких пациентов? Мы готовы еще с конца зимы, мы запаслись иммуноглобулином против клещевого энцефалита, у нас его в достаточном количестве, и несмотря на то, что люди, допустим, приезжают к нам из тех эндемичных районов, несмотря на то, что мы не исследуя клеща, не беря у них анализы, мы им вводим этот иммуноглобулин, потому что мы знаем, что люди приехали из эндемичных районов. И еще я хочу сказать, что если вас укусил клещ в этих эндемичных районах, значит, вам необходимо в течение 3 суток уколоть этот иммуноглобулин, потому что все-таки в течение 72 часов, в течение 3 суток мы можем вам помочь и уберечь от такого заболевания, как клещевой энцефалит. Которое может привести к серьезным нарушениям здоровья. Да. Светлана Ильинична, по статистике больше всего укусов клещей приходится на детское население. С чем это связано и как уберечь малышей? Ну что ж, их совсем не выпускать гулять в парке. Мы знаем прекрасно, что клещи располагаются в траве, они не прыгают на деревьях, они находятся в траве, а трава где-то так до метра, а детки наши маленькие, они бегают как раз вот на высоте этой травы, они бегают босиком. И потом еще то, что у детей кожа тонкая, что дает быстрое присасывание в клеща. Вот. Ну, естественно, мы не будем говорить о вакцинации у детей маленького возраста, потому что это очень серьезно. Единственное, что я хочу пожелать родителям, чтобы уберегали своих детей, то есть одевали как положено, берегли своих детей, то есть одежда должна быть также закрыта, все участки тела. Потому что клещ у детей присасывается чаще всего, это волосяной покров, это подмышечная область и шейная область. Ну и, наверное, если вы вернулись с прогулки, с парка, лучше хорошенько осмотреть. Одежда должна быть белого цвета. Не проходя в дом. Да, не заходя в дом. Светлана Ильинична, в завершении нашей программы еще раз давайте расскажем телезрителям порядок действий. Если укусил клещ. Если укусил клещ, не старайтесь его снять самим. Обратитесь сразу в травмпункт, где вам снимет опытный специалист этого клеща, обработает рану, возьмет этого клеща и отправит в лабораторию, после чего через 5 дней травматолог вам даст бумажку, где будет написан наш телефон. Это 8-495-593-1294. Через 5 дней вы должны позвонить по этому номеру телефона с 14.00 до 19.00, когда медперсонал конкретно сидит и отвечает на ваши звонки по поводу клеща. Через 5 дней ваш анализ приходит. Если там все чисто, живите спокойно. Но если там что-то обнаружено, то вам персонал скажет, приходите за анализом. И когда вы придете за анализом, вы должны получить у нашего специалиста, и вы ее получите, хорошую консультацию по поводу профилактики. А через 10 дней от момента укуса, через 7-10 дней, вы должны сдать кровь, если клещ был заражен. Кровь на антитела к тем заболеваниям, которые были обнаружены у клеща. И тем самым все равно вам лечащий врач, вернее, не лечащий врач, а наш специалист вам назначит лечение. И на первой стадии вы тогда спокойно можете избавиться, наступит выздоровление, и вы избавитесь от этих заболеваний. Спасибо, Светлана Ильинична. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания.